мне, как главе государства, представляется, что эта проблема серьезная. Мы должны этой проблеме что-то противопоставить. Существующая практика противодействия этой проблеме никого не устраивает, я так понимаю. Поэтому нам необходимо принять организационные, правовые, финансовые, идеологические и иные другие меры. Задача рабочей группы состоит в том, чтобы эти меры выработать с учетом того отрицательного, в том числе опыта, который мы накопили. Нежелательно, чтобы в нашем уголовном кодексе были статьи, которые не работали. Тем более, если по этим статьям или по признакам этой статьи совершаются в стране преступления. Зачем нам еще одна халтура в виде неработающей статьи? В связи с этим необходимо, я вот обращаюсь к нашему научному сообществу, я вас прошу оказать содействие. Давайте новую редакцию этих статей, этой и любой другой статьи. Пожалуйста, пусть это будет для кого-то казаться таким радикальным пересмотром. Самое главное, чтобы статьи работали. Самое главное, чтобы мы могли сделать так, чтобы преступников привлечь к ответственности. Задача же состоит в том, чтобы облегчить работу правоохранителей и судебного сообщества. Так будьте добры, облегчайте. Вносите предложение в окончательной редакции.